Многие из вас уже узнали блузу Саманта. Нежная блуза подарит вам всегда отличное настроение, ведь она соткана из самых ярких радужных соцветий. Встречайте, это блуза Саманта. Ой, ну прям, знаешь, сад. Цветущий сад, красивый, нежные оттенки. Вы знаете, я так рада, что эта блуза попала в распродажу. Вы знаете, а вот как обычно бывает распродажа в магазинах? Что залежало, туда все сбрасывается, и народ буквально ловит момент, чтобы под распродажу купить модные красивые вещи. Редко попадают туда вещи, хиты. Которые... Да, хиты. А вот у нас хит. Это блуза Саманта. И она попала в распродажу. 1499 рублей. Это цена только сегодняшнего дня. Цена распродажи. Вы посмотрите, какая выгода. 1700 рублей останутся в вашем кошельке. Ну что ж, давайте любоваться этой красотой. Я хочу сказать, что такая цена меньше 1500 рублей. Я сейчас, заходя в магазин, видела маленькие топики, которые продаются с летних распродаж. И, кстати, я хочу вам напомнить, мои дорогие, вам не нужно никуда бежать. В свое удовольствие записывайте готовые лоты. Ведь сегодня наша модная рубрика поможет вам их собрать целиком. Вы покупаете не одну вещь, а готовый образ. Итак, наша блуза Саманта. И сегодня наша Марина выбирает стильный готовый образ. Это брючный ансамбль. Обратите внимание, блуза Саманта имеет идеальную длину. 73-75 сантиметров. Эта длина прикрывает бедра. Я знаю, что вы очень любите эту длину. Сейчас мы посмотрим с вами на ткань, потому что у нее очень много интересных моментов. Ой, вы знаете, как я люблю, когда вещь непростая, необычная, интересная. И так хочется, чтобы вы могли себе позволить в день распродажи разнообразить свой гардероб. Тем более, что цена на эту блузу всего 1499 рублей. Меньше 1500. Обратите внимание на то, что мы представляем вам высококачественное трикотажно-вискозное полотно, которое обладает не только прекрасной эластичностью, но и эта ткань дышит. Вы будете чувствовать комфорт и тепло. Посмотрите на изнаночную сторону, насколько яркий принт. Он никогда не потеряет яркости и будет таким, как при самом первой встрече с вами. Так вот, делайте свою покупку прямо сейчас. Это выгодно, потому что распродажа. А во-вторых, яркость принта не потеряет своей сочности, потому что это качественная вещь. Если для вас важно качество, то выбирайте блузу Саманта, и вы не прогадаете. Как сидит красиво на нашей модели. И правда, Свет, вот ты сказала про комфортную длину. Вот вы ее теперь можете оценить. Делайте свой выбор сейчас. Заказы все оформляются сегодня. Оплата происходит только при получении. Обратите внимание, пожалуйста, на зону бюста. Я сейчас иду к Марине, чтобы продемонстрировать воротниковую зону. И я хочу сказать, что ворот у нас немножечко снижен для того, чтобы открыть вашу шею и подчеркнуть и вытянуть силуэт. Вы не случайно заметили здесь маленькие нежные складочки. Мы их называем нежно-фалды. Что они нам дают? Если у вас богатый верх, посмотрите, насколько свободна наша блуза. Она не обтягивает вас. Марина носит 52 размер. Но сегодня наша модница для себя выбирает на размер больше. И вы это можете сделать. Посмотрите на зону рукава. Наш рукав реглан. И именно этот фасон рукава позволяет вам выбрать блузу на размер больше. Нет четкой линии. Линия рукава продолжается. Руки вытягиваются. И опять стройный силуэт. Проходя мимо зеркала, вы обязательно задержите взгляд и узнаете, ведь это же я, это мое отражение. Посмотрите на зону проймы, а это все тянется, ткань эластична, ткань дышит. Вам будет не только свежо с утра до вечера, но и тепло. Вы представляете, вы получаете не только комфортную, красивую, яркую вещь, вы получаете еще и высокое качество. Вы посмотрите, какие швы. Я всегда с удовольствием демонстрирую вам изнанку, потому что по изнанке можно судить и по качеству. Посмотрите, какой у нас оверлок, четкие швы, а цвет нити подобран четко в цвет ткани. Заказы оформляйте прямо сейчас. В яркой блузе Саманта вы будете неповторимой красавицей. Искали яркую вещь неповторимую? Делайте заказ сейчас. Поторопитесь, ведь такая распродажа бывает очень редко. И вообще, где это видано, чтобы в начале ноября была распродажа? Все стараются делать распродажу, когда сезон заканчивается. А мы делаем распродажу в начале сезона. А яркие, сочные вещи, они как раз добавляют нам и настроение. Блуза Саманта. Осталось их совсем мало. Сделайте выбор сейчас, и вы будете наслаждаться качеством.